Большой брат следит за всеми. В УФСИН России по Ивановской области официально открылся ситуационный центр. В небольшом кабинете 6 мониторов. На них выводят изображения с 395 камер, расположенных в 10 исправительных учреждениях региона и 2 следственных изоляторах. Специалисты непрерывно следят за тем, что происходит в подведомственных учреждениях, и отмечают для себя нарушения не только спецконтингента, но и офицеров. Люди по ту сторону монитора не знают, когда конкретно внимание сотрудников обращено на них. Камеры в колониях и СИЗО установили более полугода назад. Все это время они работали в тестовом режиме. Осужденные, не желающие излишнего внимания к себе, 10 устройств уже вывели из строя. Ну, это стандартные видеокамеры, которые вы можете видеть в магазинах, на стоянках. То есть они установлены, опять же, в местах недоступных. Там, где есть доступ осужденных, камеры устанавливаются в антивандальном исполнении. То есть как-то применяются меры для защиты их, чтобы не повреждали, не нарушали. То есть... Также операторы наблюдают за целостностью и сохранностью видеокамер, то есть при пропадании изображений принимаются меры определенные.